В этом году заявки на конкурс подали 6 городов и 15 поселений. Самым благоустроенным муниципальным образованием года признан Новокуйбышевск. Жюри определило лучших в 5 основных категориях. Отбор был жесткий. Муниципалитеты оценивали по уровню озеленения, чистоте городских улиц и фасадов домов, по обеспеченности спортивными площадками и состоянию освещения городских улиц. Это один из стимулов муниципалитета и один из стимулов руководства поселений, которые у нас в субъекте сосредоточены, для благоустройства своего населенного пункта или района в целом. В наших, наверное, дипломах и грамотах не только хвала и благодарность тем людям, кто принимает в этом участие, но мы еще предусматриваем стимулирующую такую составляющую. Самара уступила победителю совсем немного. В рейтинге самых благоустроенных заняла 2-е место. Областная столица впервые вошла в число победителей областного конкурса. В 2013 году на повышение уровня благоустройства Самары из муниципальной казны направили более 3 миллионов рублей. В областной столице преобразились парки и скверы, высадили порядка 4000 деревьев и почти 5000 кустарников, отремонтировали 3 фонтана, реконструировали 6000 фонарей, очистили левый берег рек Волга и Самара, ликвидировали более 150 несанкционированных свалок. Мы, как жители этого города, видим, что он меняется в лучшую сторону в плане благоустройства, уборки территорий, придомовых территорий, знаковых мест обязательно, конечно, строительство дорог. Мы все это с вами видим, и поэтому в будущем году при хороших, добрых отношениях, я думаю, мы коллег догоним и перегоним. Все победители областного конкурса получат материальное вознаграждение. Средства направят на благоустройство. Общий призовой фонд составил 10 миллионов рублей. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков, «События».